Друзья, всем привет! Сегодня открашиваемся по-мокрому. Попробуем новую камеру. Мне подарили к дню рождения. Спасибо огромное, спасибо. Прям не ожидал, приятно. И открашиваемся мы по-мокрому. Это Volkswagen Passat B8. Капот подготовлен, на уголках были небольшие тятки. И тут чуть-чуть было повреждение, капот уже бэушный. Все снялось до металла. Чисто на грунте отработали. Там чуть-чуть подлянул, ее почти всю стер. Отработал на грунте, перетер. И будем его красить мокрый по-мокрому. Кислотником уже обработано. Грунт, наполнитель разведен в пистолете. Получил я ВС-ку. Пока что взял себе обычный корпус, потому что Black Mamba еще не пришли. Я им уже одну откраску делал, но не показывал. Приятно. 1.5 HD дюза. Приятно, это лаковый ствол. Им же нанесем грунт мокрый по-мокрому, потом открасимся ЛС-кой и отлачимся опять этим. Бампер подготовлен у нас полностью. Сейчас пройду липкой салфеткой, все протираю, обдуваю, просматриваю, где тут что. Потому что бампер готовил не я, его готовил Саня. Лучше друг за другом пересматривать, потому что реально, когда готовишь один и тот же элемент, можно многое как бы поупускать, попропускать. Но все равно надо продуться. Надо протереться, ну, вроде все чистенько снаружи, снутрях, все повыдувать, пообчищать, попроверять, потому что мусор потом мне тут не прикольно будет полировать в бампере. Если на капоте хрен с ним, там плоскость, взял, тиранул, 2 секунды занимает, а вот тут где-то сорину убирать, это лучше застрелиться, проще будет. Поэтому надо выдувать, кроме того, что снаружи, изнутри бампер, стол весь продуть, все это сделать. Ну что, приступим. Давлячок сейчас поднимем. До 1.5. Подачу закрутим, потому что 1.5 дюза дает, давать будет много. И поехали. Припыл. А, все подготовлено на 400 вручную. Прохожу, сейчас припыляю. Подачки можно дать. И сразу наливаем грунт автолевел мокрый по мокрому с добавкой MF300, та, которая для пластика. Еще чуть подачи, факел можно завернуть. Есть. То же самое с капотом.
отгрунтовано. Капот влит. Теперь оставляем это до полного мотовения. В камере плюс-минус 19 держится, пушка дует. Минут, наверное, на 15 точно надо оставить. Может быть, на 20. Надо посмотреть, потому что капот лежа, капот налит, хотя уже начинает мотоветь. Петельки тоже грунтуем обязательно. То есть грунт мокрый по мокрому — это грунт-наполнитель. Он нам служит как буфер между краской и металлом, потому что покрасить напрямую на кислотник нельзя. Это будет все дело очень быстро случиваться. То есть каждый материал выполняет свою функцию, поэтому нельзя пропускать никаких этапов. Если, допустим, бампер еще можно было взять, подготовить, пройти его 600 вручную, скотч-брайтиком там доработать, мерлоном и покрасить, да, но тогда было бы много протиров, которые надо было все равно подгрунтовывать, хотя бы с баллона. А так, во-первых, скорость подготовки увеличивается. Саня прошел 320 по проемчикам, тиранул плоскостя, проверил, 400 перебил вручную ковоксом, наждаком, и все, он отдал мне его в покрас. Никто ничем не заморачивается. То есть у меня все равно по мокряку капот красится. Отлить по мокряку плюс 100-150 грамм грунта, ну, это не сильно финансово напряжно. Лучше, если есть поток работы, лучше это время потратить на выполнение каких-либо функционалов других по работе. То есть подготовить еще пару элементов покраски. 15 минут, зайдем посмотрим. Вот тут вот на протире мне не нравится, чуть-чуть есть... Вижу ворсинку пластика, то есть когда оно высохнет, я подотру, проверю по капоту, где-то эту царину увидел, он лежит вот тут, может где-то еще есть, надо глянуть. То есть это все можно будет спокойно подтереть, потому что грунт через, вот еще вижу, грунт через 20-30 минут можно шлифовать. Короче, удобный грунт, мне нравится. Итак, минут 20 прошло, я отмыл пистолеты. Развел краску, размешал с добавкой One Step Additiv HR101. То есть наносится она один слой и сразу эффект. В руках у меня Acilex Orange, это 1200. Смотрим, вот чуть-чуть, чутка как бы есть контур. То есть его мы сейчас подтираем. Подтираем его, проходим, проверяем, может, царинки какие есть или еще что. Потом, после того, как я сейчас пройду по соринкам, проверю все дело. Ну, тут вроде ничего нету, хорошо продул бампер. Я пройду все липкой салфеткой, продую, протру, перепроверю. А тут как кратерочек какой-то. Это плохо, это мне не нравится, но с этим уже ничего не сделать. То есть только подтереть, чтобы у него не было краев острых. В камере стабильные, от 19 до 22 скачет. Выровнял я, кстати, инерцию пушки, я датчики со стенки убрал во входящую часть короба. Он там очень быстро определяет температуру, в итоге пушка работает более стабильно, четко. Что-то я сразу не подумал туда ее перевести, а получилось очень хорошо. Так, кратерок подтерли, где-то тут была соринка, которая, блин, сейчас не вижу уже. Значит, надо щупать руками. О, нашел. Нашел. Просто потом эта соринка под базовой краской будет смотреться как какой-то изъян на покрытии. Сейчас пушка запустится. И по звуку слышно, запустилась. Есть соринка тут где-то. В общем, можно, в принципе, даже так рукой провести. И какая самая крупная, если вдруг где что проскакивает, то подтирать. Потому что тереть, ну, всю поверхность тут не надо. А на белом мелкая какая-нибудь сориночка, и она не видна глазу. Все, пушка выключилась. На улице сейчас 12 градусов, вот сколько, 20 секунд отработала. И минуты на 4 она, наверное, выключилась. Да, конечно, на белом неудобно что-либо отыскивать.
но хочется сделать хорошо, поэтому надо их перепроверить все. Ну, вроде все. Так, также повесил выкраску. Сейчас открашу ее, посмотрю, как оно что получается, потому что я не так часто густо красил однослойные краски, но в чем ее преимущество, я сейчас открашу, и я ушел отсюда, то есть я тут ничем не занимаюсь, мне не надо ходить обдувать, я переоденусь, то есть я сниму костюм, переоденусь, пойду займусь другими делами, зайду сюда, к примеру, через час и просто отлачусь. Да, так, конечно, краска сохнет гораздо дольше, когда она нанесена в один слой, но мне не нужно делать никаких других операций. То есть просто открасил и ушел отсюда. Больше ничего не занимаюсь. Так, обдуваемся, протираем липкой салфеткой и красим. Извиняюсь, не показал, как красил. У меня тут с капотом случились проблемы. Вон салфетки валяются. Это, короче, на PPS-ке колодовской выскочил фильтр из бачка. И у меня начало плевать на капот. Мне пришлось смывать с капота базу всю, передувать, перекрашивать. Короче, знаете, начал снимать там сумбур, каламбур, даже не буду вставлять куски этого ролика. Зашел я через чуть больше часа, на капоте остались чуть-чуть влажных пятен, их надо досушить, так будет быстрее. Ну, то сейчас 10 минут пройти, там пообдувать, там попротирать, перепроверить, и можно лакироваться, в принципе. То есть я пошел как раз позанимался своими делами, пока выключил камеру, нагнал мне температуру, выключил камеру и там, занимался, короче, своими делами. В принципе, удобно. Конечно, когда нужно сделать ремонт какой-то, ну, быстро, то однослойной базой, не знаю, в принципе, если попробовать ее сразу обдувать, может будет быстрее, чем 2,5 укрывать по-тонкому. Но когда есть время, открасил, ушел отсюда, пришел, чисто залачивал и все. Ну, как бы база от этого не меняется, меняется только тип разбавителя, который мы применяем. Ну и чуть-чуть расхода краски при однослойной покраске меньше уходит. Ну, тоже такие тонкости, нюансы. Все, сейчас засыхают эти пятна, пройти по бамперу проверить пятна, есть или нет. Ну, тут по-любому есть, в низинках надо вот досушить, в самых глубинках, чуть попробовать. Да и можно лачиться. Начинаем бампер. Надо чуть подальше дать. Задушил я ее. Thank you.
Итак, разводил я полный бачок, у меня был. Израсходована, ну, можно сказать, половина. Я сейчас на второй слой буду в обратном порядке. Сначала залью капот, а потом посмотрю, сколько мне не хватит. Ну или там грамм 100, допустим, разбавлю, пойду на передний бампер. Лачок сейчас взяли по рекомендации многих. Давно его думал взять. Многие мне говорили, что лак достойный за свои деньги, так тем более. Это Дайна 6000 с нормальным разбавителем. Лак в бюджетном сегменте, там 20 с чем-то евро стоит. Но, говорят, реально охрененный. То есть это Дайна, это сегмент Сикенса бюджетный. Ну, чтобы демпинговать можно было. Ну, много, очень много хороших отзывов о этом лаке слышал. Это, наверное, один из последних лаков, который я вообще беру на пробы, потому что уже перещупано куча лаков, уже есть таблица сведенная, поэтому можно будет окончательно сказать, какие лаки за что мне понравились, сделать вывод и, в принципе, какие там, по моему мнению, стоит брать, какие не стоит. Так, по лачку. Так, высор у меня есть, по-любому буду полировать. Попробуем тут. Прошло минут 5, он еще липкий и тянется, то есть надо минут еще, наверное, 5 стабильных дать. И, как я и сказал, я начну с капота, поэтому 5 для бампера и 10 для капота. Лучше чуть-чуть перебздеть, чем недобздеть, чтобы ничего нигде не кипянуло. И в последнее время стал с собой забирать лаки в покрасочную, то есть домешивать тут. Потому что ходить через все помещение, бродить, ну, не стоит оно того. По бамперу все, лачок наливается предсказуемо, я первый раз им работаю, ничего до этого не делал. Посмотрим завтра, как он полируется. Там, ну, на капоте есть что пополировать, тут на бампере критично вообще ничего не вижу, вообще ничего не вижу. Ну, по-любому что-то найду, как бы что полирнуть, но тут такое. А вот вижу, вот и вот с краешка. И вот, что-то с этого края, походу, сыпануло. Не бывает такого, чтобы вот с одного угла, ну, надуло из камеры. Это что-то принес я сюда. Потому что так больше нигде нет. Выкраску сейчас кину еще слой. Вот это ты мне сейчас наделаешь делов, подруга. Быстренько ручку. Быстренько, быстренько. Эх. Тут главная задача, так сказать, не навредить, иди сюда. Рекомендую, купите, это специальные иглы для вытаскивания мусора, сора, ворса и вот таких вот мух.
Рекомендую, возьмите, не пожалеете, нужная вещь. Итак, сейчас я включу этот свет. Включу свет, посмотрим, что у нас получилось. Проблема с цветом. Крылья покрашены по одному, капот по другому. Я вот не пойму, под разными углами, вот под этим углом у меня к кузову идеально, к крылу зеленое, под этим углом, ну, под другим углом с крылом хорошо, к кузову хреново. Долбанный перламутр в краске творит, сука, чудеса. Так крыло выпадает, а так капот выпадает, и крыло выпадает от кузова, то есть все выпадает. Ладно, сейчас покажу прикол. Не пойму почему, но лачок закипел. То есть два слоя, а на лаке, видно так вот, на лампу, четко по всему периметру закипание. И пару бревен. Сейчас попробуем катером точнуть их. Я там уже попробовал, то есть лачок пилится, лачок высох за ночь. Я с утра еще поставил на него, в течение часа покатали инфракраску. Но, скажу так, я лачок этот не буду брать. То есть 6000-ная дайна не зашла мне. Хотя наносился, в принципе, нормально. Где тут еще бревно? Сейчас еще глянем, как он себя на бампере. Бампер в камере. Бампер не трогали. То есть по бамперу, в принципе, все неплохо. Его ворсинка какая-то. А капот придется целиком пройти, мехом его взбодрить. Высох хорошо. То есть просушили его нормально. Берем катер 800-1200. Подрезаем, дотираем. То же самое, ну, по всем самым крупным соринам пройду. Поубираю мусор. И не знаю, может быть, весь его даже трайзиком пройду, потому что вот это вот закипание мехом я буду очень долго вытачивать, чтобы ничего еще нигде не проточить. Наверное, трезачком таки придется его гульнуть. Поэтому кому как, а мне дайна не зашла. Не знаю почему. Так, по капоту я прошелся полторушкой с водой. Это тремовский наждак. Дырчатый. Его все так и знают. В принципе, синий дырчатый тремовский наждак для полировки. Получается, ну я слегка пробежался, минуту потратил на капот. Чуть-чуть сбил вот эти макушки от закипания. Он делал то, что закипел, но не критично. Но обидно, потому что можно было, например, если псарин было немного, да, чисто локальных полирнуть и все. А так надо весь капот. Ну, я уже смирился с этим делом, потому что у нас фильтра замучили нас. Так, теперь тразик 3000, и давайте глянем на бампер. А на бампере нету ничего. Вот тут по уголку. Не, ну смотри, ну, на капоте все-таки, ну. Не, ну тут не критично, их штук 6, вот. Ты за что? Ты за соринки? Не, я не за соринки, я за закипание. А закипания нет? А закипания нет. Получается что? Это то, что мы его лампой? Нет. Нет. А при чем тут лампа? Просто слой толще. Буквально чуть-чуть переслоил и все. Ну да. Ну, короче, попробовали, не получилось, не будем больше пробовать. Ну его нафиг. Сейчас мерка рос 5 миллиметров, мне так привычнее. Вот теперь уже на капотик потрачу минут 5-7, пройду все плоскости, в углы лезть не буду, не надо оно. Там, если есть необходимость, лучше рукой, чем машинкой, потому что в углах на фольксвагеновских капотах лак стекает, потому что, ну извините, ну как бы ребро реально острое. Там даже полировать мехом не буду. Осторожненько, осторожненько поролончиком все доделаем.
Я извиняюсь, там что-то на объективе было, сразу не заметил. Полируем. Взял в работу и реально в сравнении с Automagic PS1 надо дощупать, ну, очень-очень близко. И сейчас на обычном роторе пробую белую овчину мирковскую тоже. Я ее случайно вообще попробовал. И знаете, мне понравилось. Вот именно на роторе она понравилась. Мне ничто не понравилось на роторе, что мне показывали, кроме вот этой штуки. С вот этой пастой я ее попробовал. Если зайдет, куплю себе мирковскую машинку. Хорошую. Отвечаю, куплю, да. Повышаем. Ну, знаете, лак полируется хорошо. Ну и эта штуковина работает, мне нравится. Самое, что классно нравится, мех не умирает, так как на эксцентрике. И он работает хорошо, вот как ни странно. Ну, не знаю, как показать, но реально, то есть результат мне прям очень нравится. Остается, понятно, еще мехом, может быть, желтым пройти. Либо же попробую, вот сейчас я дополирую весь капот этим кругом, либо же попробую сразу поролоном. У меня есть мирковский поролон, он такой плотный. Попробуем на этой машинке и на эксцентрике, в чем разница будет. Так, добивал я в итоге все равно эксцентриком, желтым мехом меркой, потому что ему как-то привычнее, и даже от той же пасты у этого меха желтого лучше блеск и не оставляются засечки, хотя мех уже забитый и умерший. Все, закончили машину. Да, крылья с капотом, конечно, не в дуду вообще. Так получается капот вот под таким углом. Вот в аккурат в кузов лучше попадает, чем в крылья. Хотя я старался, именно переподгонял. То есть я взял заводскую краску, стандарт по выкраске подошла. И ее чуть-чуть пытался увести к крыльям. Но что-то у меня, видать, не сильно получилось увести ее к крыльям. Потому что, ну реально, вот капот к дверям лучше подходит и к стойкам. Вот так, под таким углом, нежели к крыльям. Мне это, конечно, печалит, хреновый я колорист. Ну да, из этого угла. Хреновый я колорист пока что. Надо еще руку набивать. Не знаю, если будет желание, как бы у людей, точнее, не понравится цвет клиенту, я попрошу, чтобы он подобрал краску там, где ему делали до этого крылья. То есть, ну, тех же людей, да, перекрашу, потому что, ну, я не люблю, когда мне не до конца нравится все. Бампер хорошо получился. По бамперу вопросов нет. Фара новая. А вот эта штучка новая. Вот тут не показал я.
ну, не смог показать. Вот тут был оторванный просто, хотя есть фотографии. Я приложу фотографии сейчас. Вот этого вот куска, он там внутри был порванный и отломлен вот тут вот, под вот этой губой, отломлены все крепления в губежке. Все это дело проклеили, потому что паять пробовали, не паяется этот пластик почему-то, не варится. А из того, что у меня было, ничего не подобралось. Ну, в общем, склеили фольксвагеновским клеем для пластика, защелочку поставили, по зазорчикам все вывели. Очень хорошо получилось. Сейчас проверю фару, потому что фара замененная, чтобы все горело. И, в принципе, мы на этом, еще сейчас эту пасту забрать, и мы на этом закончили. Тут хрень какая-то. Все. По поводу лака. Не буду я работать Дайна 6000, хоть она и дешевле, чем Сикинс, но не знаю. Уж если и брать, знаете, что-то там выбирать, когда есть какие-то мысли, то там разница в цене на 10 евро на 5 литрах, это не та разница, о которой стоит задумываться. Потому что, ну, неприятно я был удивлен, когда лак, ну, вскипел. Скажем прямо, он вскипел. Это не то, чего я хотел от него увидеть. На этом все. Напишите, что там с камерой, как со звуком. Я, конечно, посмотрю. Просто камера находится в гидробоксе, в котором я снизу насверлил дырок, чтобы была звуковая волна проходила. Вот так жалко просто ушатывать камеру. На этом все. Дальше посмотрим. Я хочу заняться больше видосами по экспериментам, тестам. Потому что работу по точным снимать некогда. Делаю я ее не один. И не все получается снимать, а что-то, какую-то часть снимать не вижу смысла. То есть, допустим, как тут только покраску, да? Интересно еще и что с подготовкой. Будем посмотреть, в общем. Всем пока.